Добрый день, друзья! Решил протестировать такой вентилятор, называется Silleo, сотая модель, такой хороший размерчик. Себе в ванную хочу такое подцепить, хочу хороший, качественный. Продукт поставить от фирмы Launtech. И самое, что интересное, я увидел это видео, что много датчиков. Кстати, вот я вам покажу, распаковываю это. Смотрите, какая красота. Сам вентилятор. Далее кулечек. Далее уплотнитель для вентиляционной трубы. Набор винтиков. Там документ. В принципе, тут все ясно. Что мне нравится, что при 2000 оборотах этот вентилятор по характеристикам дает 25 дБ. То есть тихий. Интересно, что спаковать сам продукт. Я увидел обзор и решил сделать свой. Ниже ссылочку вам дам, где вы можете более детально от специалиста посмотреть. Я же просто хочу себе качественный продукт установить и протестировать, на самом-то деле так или нет. Вот. То, что я видел, что оно легко снимается. Да, видите, сразу снял. Смотрите, видите, действительно можно промыть. Промыть, вытереть влажной салфеткой, и будет чистенько. Просто с тем, что у меня стоит для вентилятора, чтобы не крутился. Молодцы. Смотрите, сколько датчиков тут стоит. Куча датчиков. Благодаря тому, что тут много лопастей, он очень тихий, похож на авиационный такой моторчик. Самое, что интересно, это оборудование, оно пыли, влажно, защищенное. Плюс есть рележки и защищенные датчики для того, чтобы автоматизированно рележка сработала, и он через 2,5 минуты выключился. Или включился, когда это есть необходимость. Ну что, друзья, подключим. Сейчас появится тест. Драйв. Видите, друзья, все работает. Очень тихо.